Привет, меня зовут Николай Карелин. Я рисую очень давно, рисую с детства. В общей сложности я обучался рисованию более 15 лет. Причем мне всегда было интересно рисовать какие-то несуществующие миры, механизмы, персонажи, какие-то пейзажи. Так я стал заниматься концепт-дизайном, и сейчас в этом направлении активно работаю. Современные тенденции таковы, что необходимо изучать новый софт, новые программы для того, чтобы завтра быть конкурентоспособным. Именно поэтому я начал заниматься изучением 3D. И я начал искать всякие разные курсы, и я даже одни курсы закончил, но они оказались недостаточно эффективными, недостаточно профессиональными. Мне нужен был индивидуальный подход для того, чтобы преподаватель мне взял, сел со мной, объяснил все по полочкам, что мне нужно, что мне не нужно. И так я попал на курсах Жени, чему я очень рад. И вообще считаю, что курсы такого плана могут стоить дороже, потому что знания, приобретенные там, очень сложно переоценить. Индустрия развивается. И еще 5 лет назад такие программы для скальпинга, то есть для такой диджитал, цифровой лепки, не были такими совершенными, как сейчас. Тот же ZBrush для концептуальных художников – это инструмент номер один. Удивительно, но сейчас, используя несколько 3D-пакетов или плагинов, можно значительно эффективнее, качественнее и быстрее создавать концепт-дизайн, либо скетч для декораций, для кино, чем работая старым способом, используя карандаш, бумагу или фотошоп. Я благодарен, что существует такая школа, которая позволяет получить актуальные знания за умеренную цену за относительно короткое время. Спасибо!